для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья мои, всех, кто сейчас присоединились к нам, чтобы получить благословение, Бог хочет сделать в вашей жизни нечто великое. Можете это записать. Еще до начала программы я разговаривал с людьми в церкви и упомянул Псалом 64. Позвольте мне повторить это тем, кто нас сейчас смотрит у себя дома. В нем есть очень важное откровение для всех нас. И я хочу, чтобы вы тоже приготовились, поскольку здесь написано в Псалме 64, в 10 стихе, говоря о Боге: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее». Бог хочет сейчас посетить вас. Когда Бог посещает, будьте внимательны. Вы слушаете проповедь, самую важную часть программы. Здесь все важно. В противном случае отбросим ложную скромность и скажем правду. Мы бы этого вам и не показывали. Однако, когда вы слушаете слово и почувствовали, что некое слово говорило с вами, это Бог вас посещает. В такой момент Господь утоляет вашу жажду. Господь снимает стресс, огорчение, расстройство. Господь избавляет вас от всего плотского. Плотское заставляет вас думать о вашем эго, о вашей собственной воле, иногда о вещах недостойных, похотливых, развратных, бесчестных, о вещах, о которых цельный человек и не думает, он не занимается такими вещами. Итак, Бог вас посетит, и когда Он сделает это, сделает через Слово, Он придет утолить вашу жажду, дать вам понимание, дать вам мир и дать трезвый ум. И здесь сказано еще: «Обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды». Вот так Бог хочет обогатить вас. Поток полон воды. Вода – символ Слова Божьего. Один стих, одно откровение. Это могучий поток, который может изменить вашу жизнь, может исцелить ваше тело, освободить вашу душу, покончить с вашими финансовыми сложностями, с вашими проблемами личными, семейными и так далее. Итак, что Господь Бог придет делать? Утолить вашу жажду из этого могучего потока, обогащая, принося богатство вашим помыслам, вашим поступкам, вашему взгляду, восприятию, силе. Он придет, чтобы сделать из вас благословение. Здесь говорится: поток Божий полон воды. Божий поток всегда полон. Для истоков реки Бога не бывает периодов засухи, поскольку сам Бог создает эту реку. Эта река должна протекать через вашу жизнь. Вы должны позволить ей подхватить вас, купаться в ней, позволить, чтобы она вынесла вас туда, куда запланировал Бог, куда пообещал вас привести. Ты приготовляешь хлеб, необходимое вам питание, нужное слово, ибо так устроил ее. Сегодня день подготовки, и можете записать, что Бог вам очень поможет. Что ж, друзья, мы сейчас обратимся к книге Иова, к главе 17. Мы говорили, что поручительство – дело неблагодарное. Когда мы говорим о человеке, который поручился за другого человека. Но нам необходим поручитель перед Богом. Иов почувствовал это, и когда у нас есть такой поручитель, тогда все получается. Но будьте осторожны, чтобы не поручиться за кого не следует. Брат мой, можете верить, ваша борьба – моя борьба, и вы увидите, что сделает Бог. И тогда у вас начинается череда неприятностей, поскольку борьба человека не может быть вашей, она принадлежит Иисусу. Мы пытаемся занять место Господа, а это серьезная ошибка. Лишь Он может приказать силам зла. Иов 17:3. В начале главы сказано следующее: «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною». Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?
Иов понимал, что ему необходим кто-то, кто поручился бы за него перед Богом. Мне необходим, вам необходим. Когда мы вручаем наши жизни Богу, мы выбираем, даже не сознавая этого, Господа Иисуса своим поручителем, поскольку Он обещал им быть. И Он пребывает рядом с Отцом, чтобы заступиться за нас. И можете записать, если вы не упали, это вмешательство Иисуса удержало вас. Вы были на краю пропасти, готовы соскользнуть, но Иисус вмешался, и вы поняли и удержались. А если пали, Он не вмешался? Вмешался. Но сам человек не захотел признать Иисуса поручителем, недостаточно любил Его. А здесь Иов молился таким образом. В Псалме 118, в стихе 122, человек просит Отца об этом чудесном заступничестве. «Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Итак, Иов находился здесь. У человека еще не было этого поручителя. Иов просил, дай мне этого поручителя. Псалмопевец молился таким образом. И пророк Исаия, Исаия 38, стих 14, обращается со следующей просьбой. «Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня». Брат мой, вы не можете жить без этой веры в Иисуса. И вот тут мы совершаем ошибку. У нас есть сын, отец, неважно. Он переживает кризис, и мы, вместо того, чтобы раскрыть над этим человеком надежный зонт, верную защиту, то есть Господа Иисуса, единственного, кто защищает истинную защиту, руку Господа, «Да, сын мой, можешь рассчитывать, я помолюсь с тобой, твоя борьба, моя борьба». И у вас действительно начнутся проблемы, поскольку он безответственный, она безответственная, делает то, что не следует, а человек гарантирует, что это не так, даже говоря с Богом. «Не может быть Господь!» И все в таком духе. «А где же Господь?» И Бог очень терпелив. Итак, нам нужно поместить человека под защиту Господа. В притчах, в главе 6, священный писатель, который писал также и псалмы, говорит следующее. «Сын мой, Бог обращается ко мне и к вам. Если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, прислушайтесь к этому слову. Вы не должны этого делать. Вы можете ходатайствовать, вы можете дать слово, но никогда гарантировать. Нет-нет, это мой друг, я доверяю ему. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Это относится ко всем, даже к нашим детям. «Если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих». Вы оказались в плену у этих слов. И что еще произошло? «Пойман словами уст твоих». Вы пропали. Вы ввязались в чужую битву. Я могу ходатайствовать за вас. Я могу молиться с вами и за вас. Но, однако, никогда я, раб Божий, не стану вашим поручителем, гарантом вашей жизни. Незаслуженное проклятие не сбудется. Если вы столкнулись с неким случаем, с неким проклятием вас или вашей семьи, то можете быть уверены, вы заслужили. То, что сегодня вы делаете неверно, завтра принесет проклятие, расплату. Вы открылись, вы отказались выполнить то, что Бог сказал вам, и выполнили свою волю. Бедный мужчина, бедная женщина. Настанет день, когда у вас будут проблемы. И вы становитесь поручителем. Бог говорит вам: «Сын мой, что ты наделал? Ты опутал себя, попался в сеть словами уст твоих, пойман словами уст твоих. И что же мне делать? Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя». Иван, нам нужно серьезно поговорить. Мария, с того дня, как я впустил тебя в мою
в мою жизнь и сказал, что я должен бороться, что ты моя плоть, моя кровь и так далее, у меня больше нет мира с Богом. Я страдаю от разных неудач. Я хочу сказать тебе, так как сказано в Библии, я буду за тебя молиться, но я не буду поручаться за твою жизнь. Есть лишь один гарант – это Святой Дух Божий, который был дан нам как поручитель. Я еще вернусь сюда. Где это написано, доктор Суарес? Обратимся к евреям, глава 7, 22. Здесь Святой Дух говорит, кто наш поручитель. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Вот кто. У дьявола нет шансов помешать ему, потрясти его, заставить его потерпеть неудачу. Вот кто действительно может быть вашим поручителем, уже стал. Он таков. Теперь вернемся к притчам 6. Мы читали стих 3. «Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя». Нужно избавиться, так как ты попался в руки ближнего твоего. «Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова». Нужно избавиться, брат мой, ведь если так продолжится, ситуация ухудшится. Вы не можете быть поручителем своей жены, не жена своего мужа. Но ведь этот мужчина святой от Бога. Мне вас жаль. Вы заглянули в его сердце? Только Богу это под силу. Вы заглянули в ее сердце? Только Богу это под силу. Конечно, вы и он, и она должны быть едины, помогать друг другу. Но поручитель только Господь Иисус. Вы не можете пытаться занять место Иисуса. Он хранит, он подтверждает, он избавляет, он защищает, он делает все, что пообещал, и никогда вас не оставит в беде. Но, доктор Суарес, я считаю, у вас недостаточно знаний об этом в притчах 17, в стихе 18. И что же здесь сказано? Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Вы не можете, брат мой, принять ничью боль. Лишь Иисус Христос и Спаситель, лишь Он расплатился, лишь у Него есть вся власть на небесах и на земле. Вы можете помочь своей жене, своему мужу, своему партнеру. Есть люди, братья, которые смотрят на вас с улыбкой и даже дают Слово Божье, но сами они грешат. Иногда худшим из грехов они лгут. Лживый человек способен на все. Он ворует, убивает, изменяет, добавляет в еду яд, обманывает, делает все, что захочет. Поскольку он лжец, ему нельзя доверять. Такой человек безумен. Доктор Суарес, помогите мне в этом. О, брат мой, вы мой, я ваш пастор. Можете рассчитывать, вы моя овца. Теперь ваша борьба моя? Нет, брат мой, давайте теперь поговорим с Богом. Давайте теперь откроем сердце. Ах, доктор Суарес, ну я не могу открыть сердце. Есть много такого, чего я стыжусь. Даже если вам придется заплатить высокую цену, вам нужно образумиться. Не позволяйте сатане прибрать вас к рукам. Он развратен. Он уже готовит вашу погибель. Не только вечную, что хуже всего. Она не сравнится ни с чем, но он готовит такое зло, которое вы не выдержите. Такое несчастье, которое перевернет вашу душу. И вот тогда вы будете рыдать, но будет поздно. Очиститесь! Очиститесь от зла! Вам нужна моя помощь, я вам помогу. Но не думайте, что теперь я стану вашим поручителем. Я не могу. Я не могу ручаться даже за себя. Есть тот, кто меня хранит, кто защищает меня, помогает мне. Но только если я подчиняюсь его слову. Если я не подчиняюсь, ничего этого я не получу. У нас уже есть Святой Дух, который гарантирует наш успех. 2 Коринфянам 5:5. Здесь апостол Павел, движимый Господом, сказал следующее. «На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа». Итак, мы всегда благодушествуем и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли,
быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброй или худой. У нас уже есть залог, Святой Дух. Если мы сохраним, то чему эта гарантия, этот залог нас учит, мы явимся пред судилище Христово, чтобы получить наш венец правды, нашу славу. Но если ваши руки в грязи, если сердце нечестиво, если вы делаете то, что не должно, как вы явитесь пред судилище того, кто сам истина, кто знает обо всем? Я не прав, вы просто безумны. Вам необходимо измениться. Вы не в здравом уме. Вы просто ходите, я всегда это повторяю, по краю пропасти. В один недобрый час вы не удержитесь и сорветесь. Брат мой, вернитесь. Бог дал вам Святого Духа как залог своих обязательств, как гарантию. Но следуйте Его инструкциям. Сделайте Иисуса своим поручителем. Порвите сегодня же со своими грехами. Найдите того, кому вы солгали, изменили, разочаровали, обманули, обесчестили, ограбили, лишили чего-то, и исповедуйтесь, откройтесь, очиститесь. Даже если придется полчаса краснеть, когда все вокруг осуждают вас, или бледнеть полчаса, чтобы потом не краснеть до скончания веков. Я передал послание. Это очень серьезный вопрос. Бог общается с вами, и процесс уже начался. Получите благословение, пока еще не поздно. Итак, позвольте мне сделать небольшую паузу в нашей сегодняшней программе. Меня зовут Давид Суарес, я из команды веры доктора Суареса, и вместе мы несем благую весть во многие страны мира. Возможно, я говорю с людьми, которые нас сейчас смотрят и говорят: «Я очень слаб, мне нехорошо». У меня много проблем в семье, трудности, зависимости. Я не могу найти себе места. Меня никогда никто не может понять. Я нахожусь в постоянном конфликте с самим собой. Мы помолимся за людей, которые проходят через эти трудности и не могут ничего изменить, не могут трансформировать свою жизнь. Господь хочет, чтобы вы стали другими. И все начинается со слушания Слова Господа. Любой человек, какой бы хороший он ни был, не сможет вам помочь. А слово, приходящее в сердце, Господь откроет его для вас, и вы поймете, что Он хочет, чтобы вы сделали. Слушая Бога, вы будете полностью успешны. Также я хотел бы оставить наш номер телефона тем, кто хочет помочь нашему служению. В нашей программе нет рекламы, она содержится такими людьми, как я и вы, которые помогают ей. Если Господь сказал вам стать частью этой группы людей, я призываю вас, чтобы вы подчинились Его наставлению и помогли делу Бога. Сколько я должен дать, Давид Суарес? Бог скажет это в ваше сердце. Благословение Бога не зависит от определенной платы, но если вы чувствуете призыв Господа пожертвовать, жертвуйте. Бог благословит еще больше тех, кто дает. Итак, дорогие, теперь возвращаемся назад к шоу веры, и вскоре мы начнем молитву веры. И я уверен, что Бог будет действовать в вашей жизни. Возвращаемся к доктору Суаресу и до скорого. Переходим к истории из реальной жизни. Тереза страдает от артрита 11 лет. И не может от него избавиться. Мои ладони начали сильно опухать, и я не могла их закрыть, только так. Они не закрывались. Я не могла больше закрыть и открывать свои ладони. А потом это перешло на все тело, все мое тело отекало. Колени сильно распухали. Я не могла даже встать на колени. Она мало ходила. От боли она не могла ходить. Ей было очень трудно наклоняться. На пол мы никогда не стелили ковры, потому что она могла споткнуться о них. У меня были судороги. Помимо того, что все болело, иногда я падала с кровати. Я пила лекарства 7 раз в месяц. Больше было запрещено. Врач сказал, что если употреблять лекарства каждый день, то организм привыкает, и потом от боли поможет только морфий. И я жила с этой проблемой почти 11 лет.
Я пила много обезболивающих. Врачи больше не давали нам надежды на то, что она сможет снова нормально ходить без боли, снова открывать ладони, потому что артроз был на последней стадии. После стольких лет страданий, однажды утром Тереза не может уснуть от боли и включает телевизор. Ее жизнь начинает меняться. В 2007 году, слава богу, я узнала о докторе Суаресе в то раннее утро. Я упала с кровати от судорог от боли. Я вошла в комнату и стала говорить с Богом. «Бог мой, что же это за жизнь?» Тогда мне еще не было даже 50 лет. Я спрашивала его: «Господь, я работала всю жизнь, чтобы теперь мучиться». Я включила телевизор, переключала и нашла программу доктора Суареса. Он проповедовал слово. Казалось, что он обращался ко мне: «Вы, кто не может спать от боли в своих костях». И я сказала: «Господь, этот человек знает о моей проблеме». Он прочитал Исаия, главу 53. Он попросил, сказал мне: «Я знаю, что вы никогда раньше не молились, давайте помолимся». И я сказала: «Бог мой, откуда этот человек? Откуда он знает, что я никогда не молилась раньше?» И я стала молиться вместе с ним, твердо веруя. Когда молитва закончилась, он сказал: «Если вам стало лучше, я знаю, что стало лучше. Смотрите нас завтра в 9 часов вечера». И я стала смотреть. Но когда пастор говорил о спонсорстве, я думала: и здесь нужны деньги. Но через неделю я подписалась, чтобы стать спонсором. Состояние Терезы улучшается, и вся боль и судороги полностью проходят. Марсело сказал: «Мама, если боль прошла, то не пей больше лекарства». И так прошел практически месяц. Сегодня Тереза исцелена на 100%. Сегодня я здорова, слава Богу. Я была полностью исцелена благодаря Богу. Опухоль спала, я могу закрыть ладони. Я присаживаюсь и встаю, я ухаживаю за своими растениями. Теперь я очень много хожу пешком. Боль совсем прошла, я больше не пью лекарства. Это было великое чудо, которое всех удивило. И мы поняли, что действительно через веру и поиск Бога она смогла получить это исцеление в жизни. Мне нравится это служение. Я всегда молюсь за доктора Суареса, чтобы Бог благословил его и его служение, так как через него Бог обновил мою жизнь. Брат мой, это прекрасно. Теперь переходим к первому вопросу. Доктор Суарес, можем ли мы понять благодать Господа Бога? Благодать Божью, брат мой, толкуют неправильно. Тот человек, который не знал, что было прощение грехов, освящение, подчинение Богу, сказал, что благодать Бога – незаслуженное благо. Но все, что Бог дал нам, это незаслуженное благо, все благодать. Но я понимаю, что благодать Бога – это Его движение нам во благо, которая позволяет нам избежать искушений от самых сильных до незначительных, полностью осветить нас, чтобы мы исцелились и выполняли волю Господа. И оно действует в нашей жизни для этого. Благодать Бога, она на каждом из нас. Сегодня, сейчас нет ни одного, кто был бы обделен этой благодатью. Достаточно только верить, чтобы Бог начал движение и освободил. И теперь давайте откроем сердце. Доктор Суарес, я и моя супруга являемся спонсорами уже 9 месяцев. Мы решили жертвовать, потому что финансовая сфера жизни наших детей в упадке. Но я не знаю, правильно ли мы поступили в этой ситуации, потому что наша дочь потеряла контроль над своими расходами. Она тратила очень много денег и теперь в долгах. Мы помогаем ей, потому что деньги, которые она получает, она отдает банку за долги. У нее есть собственность, которую мы пытаемся продать, но очень трудно найти покупателя. Доктор Суарес, нужно ли нам спонсировать? Будут ли наши дети благословлены благодаря этому? Знаете, нам нужно быть очень бдительными с нашими детьми. Ведь если они пребудут в грехе, бессмысленно спонсировать, ходатайствовать. Они подтвердят гнев демона, если впутаются в нечто недостойное. Здесь слезы не помогут. Нет ничего лучше, чем когда вы знаете о всей своей семье, как сказал Иисус Навин: «Я и дом мой будем служить Господу». Все служат Господу.
Однако начнем с себя. Мы только спонсируем, мы верны в десятинах. Мы на самом деле любим Бога. Тогда двери открываются, и Бог подтверждает слово во имя Иисуса. Но спросите Бога, и Бог вас направит. Он единственный может научить вас. Давайте поднимемся, я сейчас хочу помолиться с вами. Я хочу попросить у Господа благословения. И, брат мой, теперь момент настал. Склоните голову и закройте глаза. Отец мой, я пришел во имя Иисуса. Я прошу за всех этих людей, за тех, кто слышал и кто не слышал. И, Отец, я знаю, что Господь направит свой поток. Мой Бог, который никогда не иссякнет, который всегда полон. Этот поток принесет веру, в которой нуждается этот человек, смелость, которая нужна этому человеку. И я сейчас молюсь за эту жизнь. Этот человек помог многим людям, а сейчас у него серьезная проблема с правым голеностопом, Отец. Отец, исцели сейчас этот голеностоп. Исцели руку, которая болит. Отец, эту голову, которая, похоже, вот-вот лопнет. Бог, это давление, которое заставляет этого человека сходить с ума. Я сейчас благословляю его. Во имя Иисуса я приказываю, дьявол, забирай все свое зло и убирайся. Оставь эту жизнь во имя Иисуса.